Предполагаемый поджигатель машин на Челябинской парковке попал на видео. В сети появились кадры поджога автомобилей, которые хозяева оставили на подземной стоянке, расположенной на Комсомольском проспекте. На видео момент поджога. На кадрах видно, неизвестный проходит мимо припаркованных автомобилей. Потом проводит какие-то манипуляции, машины загораются. Речь идет о событиях, которые произошли накануне в подземной парковке на Комсомольском проспекте. Сгорело несколько машин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В настоящий момент проводятся действия, направленные на установление и задержание причастных лиц к преступлению. Напомним, полыхающие машины тушили в течение получаса, две легковушки выгорели полностью. Также огонь подкоптил несколько маршруток номер 91. Кто и зачем поджег автомобили, выясняется. Возможно, так хотели кому-то отомстить или напугать.